58 учебных заведений Чебоксар сейчас подключены к системе видеонаблюдения под названием «Безопасный город». До конца года видеокамеры будут установлены еще в 6. Наша съемочная группа побывала в 54-й средней школе столицы республики и увидела, как работает эта система. В школе установлено 32 видеокамеры, 5 из них на улице. Этого, по словам директора, хватает, чтобы обеспечить порядок на веренной территории. Чувство защищенности от нашей сегодня непростой жизни у родителей, у учащихся и прежде всего у учителей. У учителей появилась возможность во время перемены больше времени уделять детям. К видеокамерам в школе привыкли. Говорят, это дисциплинирует. Конечно, без происшествий не бывает, но порой хватает и часа, чтобы разобраться в ситуации. Бывает, дети чересчур активны на перемене, бывает и зарятся на чужие вещи. Мальчики нас не обижают, потому что тут камеры есть. Мы дважды, следователь у нас однажды попросил, мы обращались к системе видеозаписи, ну и сами однажды просмотрели. А так, в основном, ребята знают, что все записывается, поэтому честно сразу говорят, я больше не буду. С точки зрения директора школы, после появления видеокамер ситуация в районе стала лучше. Около школы не собираются сомнительные личности, родители спокойно за своих детей в учебном заведении. Правильно. Ребенок находится большинство в школе. Мы спокойны, что наши дети во время учебного процесса находятся в полной безопасности. Вся видеоинформация в школе хранится в архиве. Несмотря на наличие электронного глаза, от услуг охранников в школе не собираются отказываться. Вахтер нужен хотя бы для того, чтобы вовремя нажать тревожную кнопку. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.